Рядом со мной полузащитник московского ЦДК Диньяр Белединов. Диньяр по итогам 4-го дня КФЛ вошел у нас в символическую сборную дня. Напомню, два решающих мяча Диньяра вывели ЦДК в 1/4 финала. Диньяр, добрый день. Добрый. Хотелось бы узнать у вас про общий уровень турнира, ваш профессиональный взгляд на наш любительский футбол. Ну, не просто. Тут играющие очень много футболистов бывших и мини-футбольных, и, то есть уровень достойный. Игры достаточно интенсивные, и не всегда получается играть ту игру, которую хочешь. Но пока у нас получилось дойти до четвертьфинала, дальше будем сражаться за место в финале. Перед турниром ЦДК ставила перед собой, конечно же, максимальные задачи. Что, как вы думаете, вот мы разговариваем с вами в преддверии матча с командой Наполи. Видели ли вы эту команду на турнире? Вчера видели, чуть-чуть перед игрой. Они играли 4-1, по-моему, с пермяками. Вот. Ну, достаточно такая же живая команда, агрессивно играет в атаку. Вот. Но у нас есть свои козыри. Единственное, что мы не должны сваливаться на, скажем так, не подстраиваться под чужую игру, потому что вчера у нас были проблемы в этом плане. Начали сваливаться немножко на игру под соперника и все доводили до нервоза в конце, но, слава богу, побеждали. Диньяр, позвольте пожелать вам удачи и вручить от любительской футбольной лиги, от континентальной футбольной лиги, от нашего партнера 1xbet приз за попадание в символическую сборную дня. Спасибо. Спасибо.